Всем привет, хулиганы! Сегодня мы будем делать фильтр из бутылок, ну, домашний. Есть вот такая вот тюль. Значит, тюль, ну, занавеска в простонародье. У них тут сеточки очень мелкие. Как раз для этого. И есть укрывной материал. Тоже он пропускает воду, но он более для тонкой очистки. И для более жидких таких этих. Значит, что мы делаем? Мы разрезаем бутылку. Ну, к примеру, вот воронка нам нужна. Здесь, значит, вот так вот режем ее. Вот так вот. Так, эту часть мы, ну, можем оставить для, там, для цветов или еще. Ну, я выкидываю ее. Значит, здесь мы делаем как? Вот здесь вот примерно воронка пойдет, значит, у нас надо будет сделать вот так вот. Значит, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. И здесь мы выводим на носик. Так, вот получилась вот такая вот леечка, да? Значит, вот с этим вот, с крышечкой. Теперь мы берем вот такое вот сверло шаговое. Сверлим дырочку. Вот так вот. Значит, откручиваем эту штуковинку. Пока мы положим. Значит, тюль нарезаем вот такими полосками. Примерно 4 на 4. Так, вот так вот. Значит, вставляем сюда. Вот так вот кладем, ложим, кому как нравится. И прижимаем. Прижимаем. Так. С первого раза это не получается. Тем более на видео. Сейчас, секундочку. Так, сюда. Сюда. Она съехала. Тут немножко трудновато попасть в резьбу. Так, как же попасть в резьбу? Вот. Все, вот. Ну, лишнее можно обрезать, можно не обрезать. Кто как относится к этому... Педантично или не педантично. Все, у вас получилась вороночка с лейкой. Вот так вот сеточка. Теперь лейте любой. Эти штуки одноразовые. Ну, в плане сеточки. Да, я думаю, все равно выкидывать бутылку, да? То есть одноразовая бутылка. Одноразовая вещь. Просадил что-то, ну там краску какую-нибудь масляную, неважно, водянистую, акриловую. И просто выкинул. Потому что все равно бутылки мы выкидываем. Ну, так хоть в дело пойдет. Вот такой вот получается самодельный фильтр. Здесь мы делаем дырочку, если надо. Ну, к примеру, под гвоздик, да. Вот, шилом аккуратненько. Вот. Ну, можно и расширить, там расплавить, это уже кому как. Вообще это как бы держаться просто. Наливать что-то. В общем, вот такая воронка получается. Также с укрывным материалом. Тут будет более для тонкой очистки фильтр у вас. В общем, все элементарно. Там 3 секунды и все. Единственная загвоздка попасть вот здесь в резьбу. А, думаю, почему на это немножко резьба там осталась. Ну, это мелочи. Обычно у меня он, я наделал уже там 50 штук. Они заворачиваются нормально. Если эта пробка попалась, на резьбу как раз нашла. И резьба закусила немножко ткань. Вот все, вот готовый фильтр. Если у вас дома есть вот такая ткань, ну, понятно, да, этот тюль ненужная. Ну, либо укрывной материал, допустим, остался от чего-то или от чего-то там. То вполне можно сделать... хорошие воронки.
Они их, кстати, и можно в этом на кухне использовать, что-то просеивать, процеживать. То есть, ну, даже можно что-то помыть, грубо говоря. Такая вот одноразовая. Хотя многоразовая тоже она пойдет. Если что-то там с водой связано, допустим, промыть чуть-чуть риса, да, там, или еще что-то, то что, она не портится. Она не портится, можно ее еще и второй раз использовать. Все, всем пока. Вот такой лайфхак. Наделаю себе фильтров, потому что красить бывает много, а краска, она, знаете, сами ложится лохмотьями такими, ну, когда подстывает, и приходится ее цедить через марлю, это неудобно. Это вот поставил в любое место, подержал, налил или там повесил, а здесь поставил что-нибудь, то есть, ну, очень удобно. Все, всем пока, всем мир.